Что ваше новое? Компьютер только. А вы компьютерный человек? К сожалению, нет. И интернет нет? Нет. Вы знаете, из этого кабинета видно, что наша страна нуждается в реконструкции для того, чтобы иметь будущее. Притом в последнюю очередь. Мне вас жалко просто, что вам пришлось столько ждать. Так, вы за мной идете, да? Да. Пожалуйста. А что касается выхода из КПСС, то я не выходил. КПСС прекратил свое существование. Я все сложил аккуратно в стол. Так это все там лежит, я имею в виду учетную карточку, партийный билет. Это нам? Нет. Это нам всем. Это, ребята, пора спать. С вами сейчас есть наружное наблюдение? Ну, вот вы, если только меня. А если кроме вас есть еще какое-то наружное наблюдение, а служба безопасности этого не знает, то это очень плохо. Но сомневаюсь, что это так. Переносить столицу не выйдете в Питер? Не скажу. Лев, а Абрамов говорит, уже 50. Ну, это, ну что, твои данные. Это классно. Тяжело. Да. Что-то ты как-то лихо печатаешь-то. Игорь мне говорит, да, я очень все спрашиваю. Что бюллетеней 62 миллиона. Количество действительных бюллетеней. А вот ручка с лицом министра печати. Извините. Какая гадость. Ручку девушкам на память. Извините, Михайлович. Михайлович, девушкам на память. Твою книжку сдать тоже. Все-таки вице-премьера они как-то. Пустой народ. Хорошо. Так, слушайте, они-то меньше всего должны радоваться. И вы тоже, между прочим. Я ему каждый день говорю, что у него отставка скоро. Так все, если президент избран, они уже в отставке. Поэтому завтра будет обычный рабочий день. Первый этот тур или второй будет тур. Все равно завтра в 10 часов у нас будет совещание с заместителем председателя правительства. Поздравляем вас. Потому что у нас огромная страна с многомиллионным населением. И мы не имеем права ни на секунду расслабляться.